Ельцин был президентом, он мне позвонил. Не пора ли кончать эту войну, Абхазскую войну? Я говорю, я приветствую. Тогда, может, приезжайте, приедет Арзинба, все лидеры Северокавказских республик, и поговорим здесь, как способствовать прекращению этой войны. 27 июля 1993-го в Сочи между конфликтующими сторонами при участии России было подписано соглашение о прекращении огня. Сразу после подписания договора Грузия начала вывод бронетехники и артиллерии из Сухуми. К началу сентября вся грузинская тяжелая техника покинула город.